Приветствую вас, мои дорогие друзья и будущие кайтеры. Я Андрей Нарубин и моя школа «Кайт на ура». Итак, подведем итоги нашего летнего кайт-кэмпа на Ясенской переправе «Ясенкайт-2015». Во-первых, я хочу поздравить новоиспеченных кайтеров, которые в этом сезоне влились в наше дружное кайтерское братство. Благодарю наших старых друзей, которые не в первый год составляют нам отличную компанию на каталках, делятся своим опытом катания на кайтбординге и впечатлениями от новых проделанных штук. Эти ребята делают наши вечера веселыми, яркими и незабываемыми. Большое спасибо за предоставленное оборудование компании Айрат. С каждым выездом оно нравится все больше и больше. Оборудование компании Blade, на мой взгляд, становится лучше с каждым годом. Начинающим кайтерам рекомендую именно его. Это отличная цена и отменное качество. Любителям тяговых и качественных кайтов советую использовать Кабрин. Хорошие, достойные кайты с отличными летными характеристиками. Предсказуемы при исполнении трюков на сильном ветру. Заканчивается наш летний кайт-кэмп «Ясенкайт-2015». На следующий год у нас большие планы. Мы постараемся сделать ваш отпуск еще более ярким и еще более незабываемым. Также будут предоставлены новые развлекательные программы на безветренные дни, которые будут включать в себя не только занятия другими видами спорта, но и многое другое. С вами был Андрей Нарубин и моя школа «Кайт на ура». До встречи!